А нет, типа, это почти вся карта вообще. Полностью. Близнецы та же самая, часто отправляют пленников в угольную шахту. Наведайся туда. Решено. Мы спасем Раша, найдем специалистов для работы на базе и достанем столько этанола, сколько нужно для развития производства. Помоги нам, а, и мы сделаем все, чтобы прям помочь тебе. Самое. А, не, можно транспорт купить. А, тут... А, нет, не, а... только первая эта локация. А, нет, тут еще это. Акула тут же есть. Ну да, она чуть поменьше, чем та. Но карта вся та же. Ну не знаю, насчет верхней. Она тоже открытая, не открытая. Нет, видишь, там часть немного. Типа задевает. Угу. Ну, типа вот так к финалу мы проследуем. Там. А, вон навыки. На первое задание выполнить, скорее всего. Карты. О, тут серы до хрена нам собирать надо будет. Прям дофига. Скорее всего, потом. Ну да. Да, знаю. О, тут, мне много. Ну много карт. Не как в прошлой части всего 3 там 4. Ну я тебе говорю, что я готов играть. А мы не можем, по-моему, еще. Можем. Совместная доступна, совместная игра уже все. А, уже все. Приглашай тогда. Ты, кстати, в мастерскую зайди, пушки там пособирай какие-нибудь, какие там у нас есть. Я тебя отправил. Ага. Открыть. Транспорт. На транспорт у нас нету, конечно. Есть, а, есть транспорт. Клубный один, да. А, нет, там много, кстати. Там на третьем уровне какой-то есть. Один транспорт. Третий все закрытые. А, на первом есть. А, их изготовить. Нет, на третьем есть. На втором я вижу. На третьем нету. Есть. Одна. Сейчас. Внедорожник, наследие Хёрка. Или это с прошлой из-за того, что сейчас. Только я не могу его заспавнить. Тут ничего можно, нельзя заспавнить, да? Да, ничего нельзя. Что-то покупать. В другом какой-то месте. О, я у тебя тут все пособираю, где-то натормить. Медь, кстати, это получается почти деньги. За них можно патроны покупать. А, это только максимум можно брать. Боеприпасы, которые не нужны. Набор компонентов. Понял. Аптечки можно крафтить в какой-то веке. Нет, там тоже можно было крафтить. Да? Да. Чего я не занимался этим? А потому что там травы надо было очень много. А, там трава. А здесь, а тут мясо надо еще. Да, мясо и немного травы. Mm-hmm. Там тут все по одной, так что это вообще легко. Mm-hmm. Так, ты уже все тут обокрал? А, нет, не все. Всегда ж тут у каждого свое. Трудно было вот, добраться мастерская. Сюда. Не тут можно сразу, ну тут чисто второй уровень. По-моему, подожди, третьего нет. Что за лаборатория? А, лаборатория пока нельзя. А, нет, лаборатория это, короче, я не помню, за что она отвечает. А это вот, как да, раз да, здоровье, да. Плюсом. Так вот, оружие. Мне нужно оружие. О, снайперка. Нифига нельзя. На второй уровень перейди, там можно. О, дробовик уже есть. Снайперка с глушителем. Не, ну туда... Какая с глушителем? Там снайперка с глушителем была. Где? Не знаю, я просто листаю вниз. Не, только третий уровень с глушителем снайпер. Там, не, а на втором, которая нам выдается, она без глушителя. Это просто СВДшка. По-моему, да, только чисто СВД. Самодельный? А, это штурмовая. Я что-то со штурмовой перепутал. Ну, у нее прицел есть. Блин. Самодельная 45-70. Прекрасная альтернатива снайперской винтовки. Стволе аэрозольной оболочкой, да. Вы нажмете второй на спуск крючок. А, второй уровень. Но мы второй уровень не можем скрафтить. Не, ну я знаю, но просто
сразу глушителем. Так, я хочу... самодельная. Ой, подожди. Самодельный 4570 Т. А, в виде банки. Ну это на карафе первый уровень. Штака. А он 150 стоит. Это нало. О, привет. О, магазин карт, вот. Мне интересно, что там. Карт с разведданными, которых опять нету. Ты можешь шкуры свои продать. Так я продал их. Ну блин, за них, за это металл тебе выдвинулся. А мне за аренду дали. А ты мало собирал, значит. Там волк на них напал. Эти, на, когда ты был в этом... На ванпосте. Ну, то же самое. Так, что у нас ближайшее есть? Будто это тайник есть. Да, либо вот. За стручком идем. А мы туда же все равно пойдем. А, ну может сначала. Ладно, сначала за стручком пойдем. А, чё? Блин, мне кажется, или это. Чё? Меня сюда перекинули, потому что ты вышел. Да. Угу. А если я зайду? Меня теперь кидают к тебе. Офигело, что ли? Да. Спасибо, Лана. Не-не, ну это, конечно, правильно. А чё правильно? Даже? Не, чтобы сразу второй не был. Они отметят на твоей карте место. Не, ну неправильно то, что тебя тоже бросают. Да, мне кажется, или этот дробовик, из, этот, который давали за то, что... Подожди, там Вику или кого убиваю? Я уж побос. А, ну да ладно, давай. А я за. Так, неправильно так, значит. Не. Ну как обычно. А чё, ломается? Нет. Высади, можно высадиться? Сейчас, погоди, всё. Нет. Наносится? Нет. Вообще ничего. А, блин, лопата сломалась, как всегда. Подожди, подожди, стоять, стоять. Сейчас, подожди. Давай, давай, едь. Желающих торговать. Для многих из нас это единственный способ выжить. Да, если увидишь странствующих людей с рюкзаками, спроси, что у них есть. А может, они захотят купить. Изготовление это называется? Угу. А, карта с разведданными они дают. А, ну тут... Особый потом... Ну нет, тут ничего купить нельзя, как в прошлый раз. Там же у них прям вообще... Да, там целый магазин был. А, нет, он жив? А, нет, нет, умер. Кэп, мне сообщили, что у рейдеров есть люди, которые обирают кто? Трупы. Он жив. Они сыгливые сваливают, как только почуют неладные. Если увидишь их, расправься с ними и обшарь рюкзаки. Найдешь кучу полезного. О, еще нет, человек какой-то. Ладно, поедем к ним тоже. Не, он обычный. Сражаться с рейдерами ни разу не просто. Если почувствуешь, что не справляешься, всегда можешь сделать себе пушки получше. А, он своим. Ресурсами. И не забывай, он тут слева человеки. Всем, не, могут. Это прямо мы тебя не подведем. Не, у него что-то есть. Он пишет. О, дикая сова. А, да? Ну, блин, я видишь, я аж не вижу. Он прикольный, но за ним я вижу, что на нем что-то есть еще. Сейчас у него, кажется, украли какие-то... Ой, блин, прости. Нашу разведывательную компанию основал паренек по имени Стручок. Он прикольный, но за ним постоянно приходится присматривать. Сейчас у него, кажется, украли какие-то... Продолжаем. Нашу разведывательную компанию основал паренек по имени Стручок. Он прикольный, но за ним постоянно приходится присматривать. Сейчас у него, кажется, украли какие-то важные документы. Может, ты ему поможешь? А, ну то же самое. Не, да, просто показали, что он там.
А, чё, кстати, а, у него пистолет, по-моему. Так. Чего? А, так и я в голову, блин, пытался что-то стрельнуть. Круто. О, кстати, машина прикольная. Думала, всё, конец. Спасибо тебе. Дядька. О, дробаш. Нам не нужен. Очко навыка за это дали? Угу. Надо, кстати, найти еще два, а вот они два наверху. А ты как видел, что еще две? А я здесь поднялся. Там убежище игрока у тебя слева не было? Написано. Да, было. Где тут печаль? Вот тут справа. Дальше. А, это... Где? Вот. И вот еще тут. Вот. Надо скоро хабана второго уровня. Ну, тут по уровню он отличается, а второй уровень металл дают еще какой-то. А там поговорить с ней нельзя? Ну, она ничего не говорила, он просто все устал и все. А, еще свинка где-то. Потом, да, это вот. Она машину села и поехала, все. Ну стоять, это крутая тачка. Ой, извини, тачка, не знала, да, что тачка твоя. Да, поехали. Да, сзади. А тут поговорить? Мы с этим уже говорили. А, да? Он кружочком выкинул просто. Я тут тебе делаю ремонт. Я слышу. Нужен шустрый помощник. У меня колени болят. А подружил, вот, стручка тебе надо три этих. У тебя написано слева сейчас было? Ну, стручкопедия, да. Да, три изоленты. Они напали, что надо мне. Три изоленты надо. Так у меня есть три изоленты. Нет, именно тут найти их. Я одни нашел. А я... Надо их искать каждому. Вот поэтому у меня и нету. Где? Ни одни я не нашел. Где ты их там нашел? Знаешь, у каждого свои. А, нет, нашел. А, вот, нашел еще один. Все, я нашел три. А, вот второй. Стой, где ты внизу третий нажал? На столе. Вот тут. А, у меня вот не... Тут. Ну, туда в углу. Они у всех, значит, одинаковые. Рейдеры орудуют по всей стране. И время от времени посылают друг другу припасы. Если увидите... Аэродром. Тут сразу прошлый, кстати, есть. И меня почему-то сразу скинуло. Или ты удерживал или нет? Нет, я просто нажал пробил. Знаешь, я случайно нажал. Нету никого, какая бойна тут зарисована. Так она только упала. О, это нол, все, понятно, как свинка моя это делала. Тут где-то я слышал кого-то. А. На по хребту. Все? Один? Битва за ресурс. Может, прибежать не успели. Так он же прям вообще прям быстро упал. Это мы вовремя пришли. Ладно, все. Почему ты быстрее бежишь? Не знаю. Тут нету этих зелек, так что мы прошу, так не поиграемся. Я в долгу не останусь, обещаю. О, слава богу, очень рад.
Я Стручок, создатель Стручкопедии. Ну, знаешь, магазин карты, сведений. Стручкопедия — любая мелочь. Вот в чем беда. Стручкопедия в опасности. У меня пропало все. Сведения, карты и, в общем, все. И даже бизнес-план стащили. Но я знаю, кто это сделал. Мой сотрудник Ричард. Он не может без азартных игр. Вечно режется в карты, пока не проиграет рейдерам последние штаны. Думаю, он спрятал все эти вещи. Иначе сразу остался бы ни с чем. Обходительными этих ребят не назовешь. Обычно Ричард играет недалеко отсюда. Если напугаешь его, он попытается сбежать и приведет тебя к своему убежищу, я уверен. Сам бы справился. Да колени у меня больные. И легкие, и глаза. Ну, ты понимаешь. Ну что, вернешь мой бизнес-план? Поможешь мне сейчас, я помогу тебе позже. Стручкопедия дает гарантию. Ричард идиот, как бы. Кто бежит в убежище, когда его прессуют. Куда, далеко? Брать до ферма. А нет, близко. А, вот, да, убежище игрока там есть у меня. А, так нам туда и надо было. Там кто-то сдох. Какой это? А, да, там убивают человека. А, блин, это гриби. О, свинки. Блин, а. Как очередь поменять? Да фиг, мы ее догоним уже. Yeah. Догнал, убил. Либо убежала, либо убил. Не-не-не, убил. Я не слышу ее вообще. Не скатится. Начинается сезон охоты тут у нас. Меня интересует, как поменять очередь. На Б попробую. А, во. На В, М русская. А. И тут, кстати, сразу прошу дает. Так и в прошлый раз. А, да? Это олени белые. А чуть не было, да. Белых оленей? Были, по-моему, я не помню. На. Я разучился тут стрелять. А ну нафиг. Надо будет поменять, это плохо. Ой. Я, по-моему, в задницу попал. Так и бум их убивает. Что-то только патронов очень много жрет. Мне уже одна бойма осталась. Это всегда оно так много. В сезон охоты на оленей тоже испытание пройдено. О, я помню, мы по... Да-да-да, тут есть кто-то. Тут сверху. Да, иди. Там снайперка у нас была. Дуэль. А. Ну не дуэль, а мы тут... Которая со снайперкой была. Черная. Ты хоть цветочек-то собираешь? Да. Просто ты проходишь мимо, а ничего не собираешь. А, да, ой, тут